преодолеть препятствия и ликвидировать возгорания. В лагере Юнаты прошла пожарная эстафета. Ее провели сотрудники МЧС. Ребятам предстояло перелезть через забор, проложить рукавную линию, сбить струей воды мяч. Всего 7 этапов. Кроме силы и скорости, нужно было продемонстрировать свои умения правильно надевать спецодежду и использовать огнетушитель. Участие в соревнованиях принял каждый отряд. Победила команда, которая правильно прошла все этапы за наименьшее время. Смена у нас движения первых, мы реализуем их программу, и в рамках реализации программы движения первых у нас осуществляется взаимодействие с различными ведомствами. В нашем учреждении ребята посещают школу юных пожарных спасателей, поэтому все необходимые навыки у них имеются. Такие соревнования проводятся практически каждый год. Многие дети уже не первый раз участвуют, и зимой проводятся такого рода соревнования. Это базовые знания, да, то есть практические навыки по использованию пожарно-технического вооружения, да, использованию огнетушителя, да, первичных средств тушения пожара. Ну и это все-таки весело.